продуктовый магазин на школьной улице нагрянула проверка. От жителей района Подрезково поступила жалоба на нарушение правил продажи сигарет. По закону предприниматели не имеют права реализовывать этот товар в торговых точках, которые находятся ближе 100 метров от учебных заведений. Комиссия из представителей управления предпринимательства, потребительского рынка и услуг вооружилась рулеткой и тщательно измерила расстояние от школьного забора до здания магазина. Мерная лента показала 66 метров, что на 34 меньше нормы. Дальше последовала контрольная закупка. Мы подготовим обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести внеплановую проверку торгового объекта с целью выяснения деталей данного нарушения и принятия мер в пределах компетенции. После разговора с директором магазина было решено приостановить продажу табака. Окончательный вердикт по этому вопросу вынесет Роспотребнадзор. Нарушителям закона грозит штраф от 5 до 150 тысяч рублей.